Я вам хочу представить третьего докладчика, Александра Ганжа. А вот, чуть подробнее он расскажет попозже, когда я вам дам микрофон. Вот, хочу сказать, что ну, за тот период, пока я с ним общался и слушал все его истории о Кроне, могу сказать, что человек очень классный. Вот, кодит много, иногда кодит ночью, или постоянно кодит ночью. Вот. И как-то его занесло так, что он начал пользоваться хаком каким-то. Что-то такое, компилируемость странная. Ну, не PHP, наверное. Ну, как бы сказать, это его тема. Он тут эксперт, поэтому отдаю ему микрофон. Рассказывай, Саш. Итак, всем привет. Я уже, в принципе, год как время от времени трогал хак. И сейчас он становится очень-очень таким удобным. То есть если изначально, когда я в феврале прошлого года, когда его еще официально не представили, я его так именно по исходникам HashVM обнаружил, что там есть какие-то новые свойства, появляются новые методы у стандартных классов. Ну, тогда это еще не было нормально описано. На SetPoint появилась статья о том, что можно заюзать уже, и, в принципе, тогда я начал пытаться сделать. Я тогда сделал свой первый блог на хаке, запустил его. Он проработал достаточно хорошо, ну, потом его, правда, снес. Ну, это другая история. Итак, наверное, многие слышали о том, что Facebook уже давным-давно представил HashVM и видели сравнение производительности PHP и HashVM. Но в этих всех сравнениях есть одна такая большая проблема, то, что сравнивается исполнение только PHP-кода на интерпретаторе PHP и на интерпретаторе HashVM. Но Facebook уже давным-давно перешел на хак, это их собственный язык программирования, который работает в несколько раз быстрее в некоторых ситуациях. Я даже покажу в презентации несколько таких примеров. И начну я с того, вообще, из-за чего я стал смотреть на другой язык программирования. Это такая вот проблема есть в PHP, что когда сообщество что-то добавляет, ну, то есть создает новые RFC, те же самые и всякое такое, есть проблема о том, что оно иногда бывает что-то ломает, либо оно работает не совсем стандартно, как это принято вообще именно в других языках программирования. Ну, то есть, вот, я так и назвал костыли в PHP, или моменты, которые могут взорвать мозг, в принципе, любому, например, Java-программисту, либо, ну, в принципе, и многим PHP-программистам. И первый такой пример — это обработка put-запроса. Ну, все мы знаем о том, что, к примеру, для того, чтобы получить данные с помощью обычного поста, мы просто обращаемся к сверхглобальной переменной post, и все готово. Для того, чтобы в put-запросе при обычной отправке формы получить, то нам нужно немного магии в виде того, что мы делаем parse строки, полученные из PHP input, ну и мы получаем те же самые результаты. Но сейчас в реалиях текущих появляется активно, ну, используется мультипарт формдата запросы. То же самое формдата из JavaScript, который сейчас используется во всех браузерах, он по умолчанию отправляет мультипарт запрос. Для поста мы так же самое используем обычно пост и files те же самые. А вот для put это так называемый код 18+. Потому что нужно вручную распарсить тело, определить его boundary, определить, что это тип файл или это переменная, и самим это полностью распарсить. Да, есть либо, которые это уже делают за вас, но они очень часто ошибаются с файлами. Время от времени B64 оказывается в пост, а не files. И с таким вот сталкиваются достаточно часто люди, особенно с учетом текущих реалий, когда клиент-сайт уже рендерит сам все, и он отсылает чисто AJAX-запросы. То есть уже сервер-сайт рендеринг уже уходит на второй план. Второй такой очень-очень странный пример — это поломанные конструкторы. То есть, например, если мы просто вызовем new, ну, инстанцируем PDO без каких-либо параметров, он возвращает нам null из-за чего-то. То есть он не выкидывает fatal error, он выкидывает warning, который мы можем спокойно, ну, даже не отображать, и он возвращает null. То есть это поведение достаточно непривычно для любого программиста, и если Джун это увидит хоть раз, он потом будет писать где-нибудь в конструкторе return null. В принципе, я уже такое несколько раз даже видел. Другой пример о том, что когда мы передаем
в конструктор определенный тип, который не совместим с этим классом, например, reflection function, мы передаем туда array, то он выкидывает, опять же, warning, но не fatal error, и отдает объект. Но при этом при обращении к любому методу этого объекта мы получаем fatal error. То есть мы получили объект, с которым мы не можем вообще работать. По-моему, это достаточно странное такое поведение. Еще в PHP многие вещи сделаны... Ну, сообщество PHP иногда бывает любит делать велосипеды и делает что-то свое, которое не похоже на других, хотя у других уже все готово было. К примеру, работа с поиском массива. Во всех языках поиск массива, если не находит, возвращает минус единицу. В PHP false. В итоге, если поставил кто-то вместо тройного равно двойное равно, если у нас начало строки совпадает с искомым значением, то мы считаем, что мы не нашли ничего. То есть это достаточно часто распространенная ошибка, и ее можно, в принципе, встретить в коммитах больших проектов достаточно часто. То есть если в проекте уже более 1000 коммитов, то хотя бы в одном из коммитов фиксится вот эта вот проблема. Кто-то забыл поставить еще одно равно. Внизу вы можете увидеть хак, где есть linear search, который умеет возвращать минус единицу. Ну, это так, немного забегая вперед. Сообщество PHP еще умеет очень хорошо считать. Поэтому следующая версия PHP, как известно, PHP 7. Да, ну, понятное дело, что за это голосовали, потому что как бы должны были быть кардинальные изменения. Изменения действительно кардинальные произошли в языке. Ну, давайте просто так немного просмотрим, какие главные нововведения есть. Это return type hints. То есть мы можем указывать тип возвращаемого значения. Scalar type hints, то есть мы можем указать тип входящих, ну, для скалярных типов, то есть int, bool, float, string и тому подобное. Очень-очень много людей просило этого, и очень-очень было много различных RFC, которые проваливались. Ну, то, что приняли эти оба RFC, они очень-очень кривые, если честно. Я покажу на примерах. Так. Третья вещь, которая, если честно, мне пока еще нравится, анонимные классы, которые еще пока имплементятся, то есть в текущей кодовой базе их нету, но скоро должны появиться. Так, новый оператор для тернарки, для того, чтобы получить значение по умолчанию. Вместо того, чтобы воспользоваться, как во всех языках, OR, ну то есть две палки, ввели новый оператор. То есть, не знаю зачем, но ввели еще один. И еще один очень-очень странный оператор, который умеет сравнивать два числа. Если первое число больше второго, оно возвращает минус единицу. Если они равны, оно возвращает ноль. Если первое меньше второго, оно возвращает единицу. Просто сравнение, еще один оператор для сравнения чисел. Ну, не только чисел, но еще и массивы как-то умеет сравнивать в виде там, длины, насколько я помню. И, ну, там достаточно много функционала добавили, но все-таки это просто сравнение, которое и так работало до этого. Итак, что же не так с return type hints? Во-первых, мы не можем указать, что какой-то метод возвращает null. То есть, вот, допустим, мы делаем репозиторий доктриновский и пишем это, что вот у нас метод find может возвращать юзера. Но мы не можем указать то, что он может вернуть null. То есть мы можем либо выкинуть exception оттуда, либо просто не указывать те возвращаемые значения. То есть другого способа нету. То есть либо мы будем пустого юзера возвращать, даже если мы не нашли юзера. То есть, по-моему, это достаточно странное поведение. Дальше. Нет возможности переопределить тип возврата. То есть, например, если мы строим, ну, например, у нас какая-то фабрика, она нам должна вернуть реализацию какого-то интерфейса. Мы реализуем эту фабрику и описываем, что вот у нас есть реализация такая. То есть мы указываем на текущий класс. Во всех языках программирования для возвращаемых значений это работает нормально. В этом RFC эту возможность убрали в одной из версий. То есть изначально в RFC это было, но потом это убрали. Вообще достаточно активно менялся этот RFC во время его разработки. Если кто интересуется, может посмотреть по истории в Вики. Дальше.
Если мы возвращаем this, достаточно часто мы возвращаем откуда-то this, то мы можем указать, что это либо self, либо parent. Parent — это если мы переопределяем какой-то метод. То есть мы в ребенке переопределяем какой-то метод, и мы не можем сказать, что мы возвращаем сейчас себя. Мы указываем то, что мы возвращаем родителя. Это достаточно странно, то есть мы, получается, в автодополнении теряем новые методы этого ребенка. Тоже достаточно странное поведение. И еще одна такая вещь, то что нельзя указать, что функция ничего не возвращает. Нельзя указать, что функция void. То есть получается так, что мы просто опускаем эту вещь, и получается так, что у нас часть функции является с указанием возвращаемого значения, часть функции у нас без указания возвращаемого значения и тому подобное. Вот пример того, что, вот, например, null мы пытаемся вернуть. Мы получаем ошибку. Это, кстати, реально на PHP-7 уже откомпилировано, я дома собирал и проверял. То есть вот мы получили ошибку о том, что оно не реализует интерфейс for null label, потому что null мы не можем вернуть ни в коем случае. Вот мы пытаемся вернуть, ну, переопределить возвращаемое значение. Вот у нас есть два интерфейса, есть foo, есть foo manager, который должен возвращать foo. Вот мы реализуем интерфейс, вот мы реализуем интерфейс foo manager, пытаемся вернуть новую реализацию, и опять же мы получаем ошибку о том, что оно несовместимо. То есть мы не указываем реальный тип, получается, того, что мы возвращаем. То есть смысла от указания того, что мы возвращаем пустой интерфейс, нет, если мы, например, там уже определили в этом foo impl какие-нибудь методы. Дальше это вот этот вот пример self и parent. То есть вот, например, я в bar добавил метод action, который возвращает какое-то значение. Так как мы возвращаем parent, то у нас автодополнение будет считать, что этого метода нет. То есть, по сути, мы теряем все фишки, которые у нас были с PHP-дока и как это работало в PHP-шторме. То есть у нас return this, который мы указывали в PHP-доке, он всегда понимал, на что мы смотрим. Итак, тайп-хинты для скалярных типов. В текущей реализации они очень-очень сильно губят производительность, потому что на самом деле они представляют собой конвертеры типов. То есть во время того, как мы вызываем метод, оно, если у нас не выключенный script-type, strict-types, то оно берет, конвертирует метод. Даже если мы передаем object, должно оно принять string, оно посмотрит в этот объект, найдет ту string и преобразует его в string. То есть на самом деле во время вызова у нас совершается целая куча операций дополнительных. Второе — это очень-очень странный синтаксис для объявления strict types. То есть о том, что у нас должны быть строгая типизация в этом файле. То есть мы в каждом файле должны вот объявить вот эту строчечку. При этом достаточно странно она смотрится в реалиях того, что, ну, declare он не прижился вообще в PHP, когда был стиками. Его пытаются сейчас привязать к strict types. Вот такой пример того, как это сейчас работает. Вот, смотрите, я передаю пятерку, считаю, что я принимаю string, возвращаю bool. Ну и вот у меня получается bool. То есть оно просто взяло, сконвертировало пятерку в стрингу, добавило, потом конвертировало число 6 в bool. Получилось true. То есть смысл от такой типизации я, например, особо не вижу. Ладно, попробуем указать strip, strict type. Во-первых, он не обязывает нас указывать все типы. То есть он просто говорит о том, что должно вот именно что-то совпадать. То есть он не обязывает указывать все типы, как это сделано в других языках и как, в принципе, ожидаемо оно должно было себя вести. То есть вот, к примеру, я передаю функцию, строку, и считаю, что я должен вернуть float. Но оно и сконвертировало float. То есть это просто конвертация получается. То есть я указываю, в каком типе я хочу получить значение, и все. То есть это не указание типов. И на самом деле это достаточно странно. А еще есть такой вот пример, достаточно странный, о том, что... в общем, вот тут вот будет ошибка, fatal error. Потому что sail в PHP возвращает float. То есть округление возвращает float. Не int, а float. То есть это достаточно странное поведение, которое
вот таких вот реалиях оно достаточно делает туманное использование как RetorTypeHints, так и ScalarTypeHints. То есть я, когда это только увидел изначально в RFCET, еще когда это не было принято, я уже понял о том, что, в принципе, это будет не юзабельно. И я начал смотреть на хак. Итак, почему же все-таки хак? Потому что, во-первых, он совместим с PHP. То есть я могу использовать тот код, который написан под PHP. Разработчики HHVM, они очень-очень быстро трудятся над новыми версиями. Например, фичи, которые появились в PHP 5.6, появились намного раньше в HHVM. То есть они были реализованы намного раньше, чем не вышли уже в финальной версии PHP. Дальше. Он строго типизированный. Но при этом это именно если включен strict mode. Но можно его, ну, то есть можно указывать типы, можно не указывать типы. Это если мы используем какой-нибудь другой режим работы с хаком. Дальше. Есть статический анализ типов. То есть мы в реал-тайме не проверяем типы, потому что у нас статический анализ типов, он изначально проверил полностью все, и он уже сразу же сообщил нам о большинстве ошибок, о том, что такой функции не существует, о том, что такой тип несовместим с другим типом. При этом это все запущено в виде демона, который следит за изменениями файлов. То есть это очень-очень удобно, и большинство ошибок, с которыми встречается разработчик, то есть 90% ошибок, они, в принципе, уже отлавливаются этим статическим анализом типов. Дальше. Коллекции. То есть это векторы, мапы, сеты. При этом еще можно использовать, на которые можно подписаться. То есть то, что что-то добавилось, что-то убралось и тому подобное. Дальше. Генерики. Это очень-очень классная вещь, которая нам позволяет, например, типизировать массивы. Это та вещь, которая очень-очень часто нужна людям. То есть, когда мы возвращаем какой-то массив, мы не знаем, а там вдруг нулы, например, находятся в массиве. А так мы можем сразу же указать о том, что вот в этом массиве должны быть инстансы только этого объекта. И при этом любой вложенности. Дальше. Хак может быть асинхронным. И при этом это реально синхронность. Хак, он асинхронный, и он реально синхронный. То есть мы можем спокойно, например, выполнять SQL-запросы асинхронно и ожидать выполнения их просто всех, если они, например, не зависят друг от друга. Когда эту вещь разрабатывал Facebook, он смотрел на такую вещь, что с клиент-сайда ему приходят пачки данных. То есть ему нужно обработать сразу же огромнейшее количество информации. Ему не нужно ожидать, когда выполнится полностью все, что каждый из них ему не нужно ждать. Ему нужно подождать, пока выполнится просто все. И это отдать ответ от всех. То есть они не были зависимы друг от друга. Если слышали, Facebook представил не так давно Relay, так называемый. Это такая вещь, которая позволяет, ну, меняет немного ту вещь, связанную с API-шкой, например, то же самое REST. То есть у нас есть единая точка в приложении, мы отправляем список того, что мы хотим получить, и нам сервер это отдает. То есть сервер, он опять же выполняет эти запросы асинхронно, и он просто получает эти результаты и отдает сразу же клиенту. То есть клиенты формируют запрос в виде того, что вот я хочу, например, там, комментарии, друзей, фотографии там, и тому подобные вещи. Он просто составил такой себе массивчик, ну, объект JSON, и отправил это на сервер. Сервер обработал и отдал ответ. То есть никаких там связей и тому подобного выполнять не нужно было. Дальше. Хак работает в виртуальной машине, которая содержит JIT, Just-in-Time Compilation. Из-за этого он очень-очень быстрый. То есть у него есть еще такая интересная вещь. Если слышали, до HHVM у него был HPHC, который компилировал PHP-код в C. Это не прижилось. При этом это не прижилось из-за чего, потому что у него была очень-очень большая проблема с совместимостью с PHP. Но все-таки часть этого всего перешла в HHVM в виде того, что топовые запросы, которые занимают большее число времени, виртуальная машина решает компилировать это в C и откомпилировать в нативный код. И не хранить это уже больше в байткоде, а откомпилировать. В итоге появилась такая вещь, как разогрев JIT-а, для того, чтобы он понял, что эта вещь важная. И благодаря этому он компилирует это в нативный код.
Так, дальше. И вот пример простого такого класса на хаке. Если заметили, в самом верху вы видите strict. Это не комментарий. Это директива, которая говорит о том, что это строгая типизация тут используется. То есть тут указаны типы всего, и при этом указаны типы правильно. И в strict режиме оно не может использовать PHP-код чистый. Итак, дальше на addPost вы видите так называемые атрибуты. Это не аннотации, это именно атрибуты, которые в виде массива. То есть я могу из Reflection класса, например, вытащить атрибут Entity и посмотреть, есть ли он или нету. Могу получить table и посмотреть, что у него находится. Дальше. Поля также самое имеют типизацию. То есть, например, ID-шник — это int. Знак вопроса — это говорит о том, что это может быть nullable. То есть это что он может быть нулем. Например, user — тоже тип. Ниже вы видите вектор, comment, comments, вектор. Это как раз-таки генерик. То есть мы говорим о том, что у нас есть вектор, состоящий из комментариев. То есть массив из комментариев, в принципе. Видно ниже set ID, который возвращает this, и возвращение значений. Так же самое может быть nullable. Ну, на самом деле, это очень-очень удобно, потому что даже любой текстовый редактор, когда это видит, он, ну, когда открываешь класс любой, и ты сразу же видишь типы, даже без того, что ты смотришь PHP-доку, потому что PHP-док, она достаточно громоздкая очень часто, а ты сразу же видишь эти типы, это намного приятнее читать. Дальше. Type-checker. Это то, ради чего вообще хак стоит попробовать хотя бы раз и посмотреть на это. Есть HashClient, который сообщает о том, что у нас, например, нет ошибок, либо он сообщает о том, что вот у нас есть ошибка, о том, что у нас есть класс, в котором мы пытаемся вернуть, хотя из него возвращать нельзя. Ниже написано, что это this is void function. То есть оно пишет достаточно подробные ошибки. Но это, конечно, если мы смотрим в терминале, но на самом деле никто этим не пользуется. Люди пользуются какой-нибудь IDE-шкой, либо текстовый редактор. Вот пример Atom. Если заметите, там, к примеру, в массиве оно подчеркивает о том, что один из элементов он неправильный. И он подчеркивает, какой именно элемент неправильный. То есть 22-я строчка, что это массив, и там находится тройка, которая в виде строки. Оно может принимать только инты. То есть оно сразу же определяет, какой элемент из этого массива является невалидным. То есть оно и проверило так же самое вектор. Там не совсем хорошо видно, но оно тоже подчеркнуло там тройку. Также оно внизу подчеркнуло там 0, 1 и тому подобное. То есть оно подчеркивает именно вот эти вот все вещи. То есть оно статически это все анализирует. То есть во время сохранения файла оно уже сразу же проверяет этот файл, и уже HHVM знает о этих всех проблемах. То есть и сразу же разработчик это видит. Также HashClient, он достаточно мощный, и он даже умеет в любой текстовый редактор давать автодополнение. То есть не нужно привязываться там к PHP-шторму, либо к любому другому. То есть он даже в Vim'е может спокойно давать, если добавить плагин, он спокойно может давать автодополнение. То есть он умеет это все делать. У него даже есть такие фичи, что ты ему говоришь на файл и строчку, он говорит, какие там типы используются. То есть он знает о каждой переменной в этом файле, какой у нее тип. То есть он это все вычисляет. Также аннотации типов. Это вещь, которая в хаке сделана очень-очень хорошо. То есть вот, например, мы можем указать о том, что входящая функция у нас должна принимать в себя int и возвращать int. То есть callable, так называемый, в PHP, мы можем указать его типизацию во время того, как мы его передаем. То есть это достаточно удобно. Дальше. Если кто-то пользуется генераторами, то достаточно удобно можно указать возвращаемое значение из генератора. Так же самое. Дальше. Мы можем указывать с асинхронностью, что мы ожидаем. То есть, какого типа эти данные должны быть. То есть, оттуда мы возвращаем int и ожидаем его, оттуда мы возвращаем string.
можно указывать вложенность огромнейшую, и при этом оно все равно умеет это все определять. То есть вот, например, мы map, который string, потом вектор, в котором function. Ну, то есть любой вложенности, и оно все равно это будет проверять, и оно умеет это проверять. Итак, hack работает в нескольких режимах. Это strict mode. Strict mode, он особенный чем? В нем можно использовать только hack файл, ну, hack код. То есть постучаться к PHP файлам без заранее описанных типов полностью всех мы не можем. Дальше strict mode запрещает топ-левел код. То есть это должно быть либо классы, либо функции, но мы не можем вызывать, она просто среди файла ничего. Полностью все методы, полностью все поля должны быть описаны с типами. Именно strict файлы они выполняются очень-очень быстро, потому что уже HHVM заранее знает о типизации полностью всего. Он уже выделяет память не так, как PHP. То есть PHP, например, на каждую переменную создает структуру, в которой хранится сразу же и строка, и int, и float, и полностью все. А HHVM сразу же знает, какого типа эта переменная должна быть, и он создает только именно сразу же эту вещь. Дальше. Partial mode. Это по умолчанию, когда мы создаем файл расширения HH, либо PHP с открытым тегом хака. Это по умолчанию partial. В нем разрешено и топ-левел код, и можно создавать функции, в которых не указаны типы. Но у него есть особенность в том, что если указан тип возвращаемого значения, то он должен действительно совпадать. В статический анализатор partial код не любит парсить, скажем так. Ну, он автодополнение в нем еще более-менее поддерживает, но он не любит его парсить. Есть еще так называемый decl. Это когда у нас полная смесь, то есть это, в принципе, это смесь PHP с хаком, то есть мы можем ее использовать что угодно. В partial мы тоже можем использовать спокойно PHP-классы. Decl — это вообще полная смесь, то есть мы можем там писать о том, что мы возвращаем float, но возвращаем стрингу и тому подобные вещи, как это сделано в PHP в Retro Type Hints. Так, и теперь расскажу немного о такой вещи, как async MySQL. Вот пример PHP кода, который делает 100 инсертов в базу. Даже если вынести prepare statement вверх и просто execute, в принципе, результат останется таким же. И проверял это после одной из правок осталось. В общем, я запустил это с помощью стандартного PHP. Это заняло у меня 4 секунды. Запустил тот же самый файл с помощью HHVM. Это мне заняло 3,86. Но это я запустил просто код на PHP. Теперь покажу такую прекрасную вещь — Async MySQL Connection Pool. То есть в хаке появилась возможность юзать Connection Pool. То есть мы создаем, коннектимся к базе, ставим, что это соединение не будет использоваться в дальнейшем, делаем инсерты такие же самые и выводим ID-шники объектов. Это не так, как в PDO, что мы можем только последний ID-шник увидеть, потому что оно из результата тут берет last insert ID. То есть результатов может быть целая куча, и мы можем у любого из них взять последний ID-шник. Итак, это все выполняется 0,173 секунды. То есть эта вещь выполняется почти в 25 раз быстрее, чем стандартный PHP. Это связано с тем, что это асинхронно. То есть connect и сам запрос, он просто отправляется, ну, можно считать это отдельным потоком, но просто он не ждет выполнения его. PHP он ждет, пока выполнится запрос, для того, чтобы заполнить PDO, то же самое, там, те же самые last insert ID и тому подобное. На самом деле, тут можно еще оптимизировать, оно будет еще быстрее работать, потому что я джойню в фориче последнем, хотя джойни там нельзя. То есть я бы мог воспользоваться там другой вещью. То есть join — это, в принципе, приведение сразу же этого к синхронному режиму. То есть вместо того, чтобы это было синхронно выполнялось, мы можем сразу же сделать, чтобы это было синхронно. Join он подождет и не будет давать дальше никому ничего делать. Так. Async MySQL Connection. Можно задать, что connection одноразовый, и он сразу же закроется после выполнения инструкции. Можно ссылать сразу же пачку запросов, используя multiple queries, и получить сразу же у всех
Властен стратегии и любые операции, либо роу-каунты и тому подобное. То есть мы отправили сразу же пачку и получили сразу же пачку ответов. Нужно привыкать использовать QRF вместо prepare statement и тому подобное, потому что на данный момент у них нету prepare statement. То есть sprintf, если помните такую вещь, то есть мы указываем типы и передаем их потом через запятую, и оно должно совпадать. То есть они тем самым обеспечили, ну, в принципе, безопасность какую-то. Дальше. AsyncMySQL Connection Pool. Вообще вещь очень-очень классная, но она не работает. Дело в том, что там получился очень-очень странный баг, что оно работает только, когда написано в топ-левел коде. Когда его засунуть в какую-то функцию, либо засунуть в какой-то класс, оно перестает работать. Я завел баг, в принципе, баг смогли воспроизвести, и, в принципе, сейчас это фиксят. Я, в принципе, написал альтернативный connection pool, который работает, в принципе, так же самое. То есть по результатам тестов с топ-левел кодом и с моим кодом результаты одинаковые получились. Ну, там разница не особо большая. То есть, на самом деле, connection pool, он не настолько большой, в принципе, по своей сути. Так, насчет того, как работать с теми самыми селектами. Тут самое интересное — это result, pull, get connection, query, select, from test и join. Если вы знаете в PDO, после выполнения у нас приходит PDO statement, да, в котором находится полностью все. Хак поступил немного по-другому. Он возвращает, в принципе, изначально массив этих PDO-стейтментов в зависимости от того, как, с какой скоростью они были исполнялись. То есть у меня в базе на тот момент находилось уже более 8000 объектов, и в итоге у меня получилось 5 AsyncMySQL row блоков, каждый из которых содержал один там 1500, другой 1000, третий 2000 результатов. То есть оно разбило их по приоритетам, и в итоге получилось так, что, во-первых, оно и памяти не настолько много съело. И, в принципе, я уже мог обрабатывать блоки в тот момент, когда еще и другие исполнялись. То есть я вот, опять же, иду циклу по row-блоку и получаю row. Дальше это кусок моей URM-ки для хака, который пытаюсь писать. Ну, на самом деле, очень-очень удобно, потому что знаешь типы полностью всегда, и не надо никаких конвертеров писать и тому подобное. То есть удобно. Я изначально написал про доклад о том, что у меня будет async curl, потому что на тот момент, когда я о нем задумался, там действительно был достаточно большой кусок кода, но в последней версии HHVM добавили curl exec, который работает асинхронно, уже нативный, поэтому ну, добавил просто. То есть вот эти вот запросы исполняются синхронно, то есть мы сразу же получаем содержимое сразу же трех сайтов и потом спокойно выводить. То есть мы не ждем, пока зарулится каждый сайт, пока ну, соединится с ним и тому подобное. То есть мы сразу же их выполняем три. Так, насчет поддержки IDE. PHP Storm. Есть task, который сейчас висит в in-progress, о том, что вот-вот должна появиться поддержка. В первом квартале они обещают, что должна появиться. Дальше, Nuclid. Прямо от Фейсбука они вот-вот тоже обещают, должна появиться. Nuclid у нас снова на Atom, то есть, в принципе, уже большинство фич уже можно использовать в Atom. Дальше. А там, понятное дело, Sublime Text. В нем тоже есть плагин, который так же самое автодополнение дает и подсвечивает ошибки, но все-таки Sublime Text он платный, Atom бесплатный. И Vim. Ну, понятное дело, то есть он так же само умеет и подсвечивать ошибки, и автодополнение в нем тоже завели. Итак, готов ли вообще хак к продакшену? Ну, то есть можно ли на нем уже на данный момент писать? Ну, во-первых, Facebook и Википедия уже его используют. То есть Facebook уже давным-давно перешел на него, Википедию тоже перевели, и они сообщили о том, что у них количество серверов, нагрузка на сервера упала в несколько раз. Вторая вещь — это о том, что все-таки тайп-чекер обнаруживает до 90% багов во время того, как вы сохраняете код. То есть если вы используете strict type. Дальше. Сообщество активно развивается. То есть появляется все больше и больше
пакетов, в том же самом пакаджисте, который именно работает чисто на HHVM и на хаке. То есть композер можно тоже использовать спокойно, то есть автолодер и тому подобное. Дальше. Если сейчас начать использовать хотя бы для внутренних проектов, то когда на него придет мода, ну, компания будет, как говорится, на волне. То есть впереди планеты всей, то есть не как сейчас люди некоторые, только сейчас на Angular запрыгивают, когда уже индусы его вовсю пишут. Дальше. Совместимость кода PHP примерно 98%. Ну, это если не использовать какие-то очень-очень кривые костыли там, в виде того, что экзеки какие-нибудь и тому подобное. То есть на самом деле совместимость достаточно хорошая. Можете попробовать запустить свой любой проект на HHVM и с вероятностью действительно 98%, что он заработает сразу же. То есть не надо никаких правок. Единственное, что, понятное дело, на Falcon'е это не запустится, потому что Falcon — это все-таки экстеншн. Появляются фреймворки, появляется ORM. Из фреймворков Titan появляется, достаточно такой перспективный на данный момент. Я на него несколько раз смотрел. ORM-ку я еще пишу при этом. DataMapper, не ActiveRecord, а DataMapper. Ну и вопросы? Да. Можно вопрос, пожалуйста? Смотрите, к примеру, у меня есть табличка 200 тысяч записей. Мне нужно пройтись по каждой строке и в зависимости от полученных результатов записать это все в эту же ячейку этого же ID-шника, к примеру. Ну, как делаем сейчас? Запускаем, идем пить кофе, чай, это где-то занимает часа 3-4, к примеру, в зависимости от скорости выполнения той или иной функции. Вопрос, поможет ли мне хак в этом, чтобы это использовать как-то асинхронно? Ну, на самом деле, если нет зависимости между выполнением этих разных, выполнением на разных строчках, то, в принципе, просто ограничивается количество одновременных коннекшенов и спокойно идет с пить чай. Вообще, на самом деле, такая интересная вещь, из-за чего появился Async MySQL еще. Когда добавился статический анализатор типов, Facebook заметил то, что скорость обработки увеличилась, и сервера, в принципе, у них по загрузке начали простаивать. Они поняли то, что не могут спокойно, благодаря асинхронности, не могут спокойно загрузить компьютер побольше. То есть, например, выполнение 100 запросов в PHP, если там видели, оно заняло процессора всего лишь, по-моему, 4%. То есть оно вообще не пользовалось процессорным временем, потому что оно больше всего времени ждало. В то же время хак, он воспользовался одним ядром, полностью его использовав, и из-за этого он выполнен настолько быстро. То есть если нужно что-то сделать быстро, то хак для этого идеально подходит. Второй вопрос. Сколькими коннекшенами можно ограничиться? Ну, я спокойно 100 коннекшенов юзал. Ну, это единственное, что это у меня локальная база, поэтому… А, ну, вообще, connection pool, они не совсем, когда connection освобождается, он не закрывается на самом деле. Он поступает в так называемые освободившиеся connection, которые потом отдаются следующим, кто запрашивает. И в итоге получается так, что вот если, например, установили лимит 100, то очень часто даже все 100 не поднимаются. То есть очень часто там поднимается 80 connection. Ну, вообще лучше ограничивать меньше, хотя бы 10, если особенно это лайвов, на лайве база, то есть на нее должны еще кто-то стучать. Ну, спасибо. Но продакшн не настолько сложно ставиться. Если там стоит Ubuntu, то, в принципе, добавляется репозиторий и устанавливается пакет. Настраивается Nginx и FastAGI, оно работает сразу же. Если это, например, CentOS либо Fedora, то, в принципе, под CentOS уже тоже есть пакеты готовые. Но единственное, что они официально в GitHub не перечислены. Под Fedora есть Corp, в котором также само есть уже собранный пакет. И, в принципе, Facebook недавно писала то, что если кто-то хочет собирать под какой-то дистрибутив, пожалуйста, и они добавляют его сразу же к себе на свой официальный dlhshvm.com. То есть там единственное, что проблема со спеками. То есть, например, по той же самой Red Hat подобной Linux, там нужно спеку прописать. Она достаточно такая проблематичная. Я пытался писать. У меня
получилось один раз, но потом, когда обновилась версия, я заявил нет. Да. Вопрос, там был у вас слайд про entity, там, table, post, что-то такое. Я не понял, что именно делается вот в этом директиве, то есть перед классом было? Работали с доктриной, например? Ну, слышали о аннотациях в PHP? Да. То есть вот, например, есть аннотация о том, что вот это вот это entity, например. Либо Active Record, я не знаю, как там называются эти вещи. Ну, в общем, доменный объект возьмем, да? И вот мы добавляем это, что вот это у нас entity, что она мапится на такую-то таблицу. То есть это как аннотации. Ну, это не совсем аннотации, это, ну, они, в принципе, могут использоваться как аннотации. Окей, ладно. Так, только поинтересуюсь. Собственно, про MySQL, вот про Async MySQL, вопрос такой. То есть это какой-то относительно generic класс? То есть, например, если другая база данных, да, там другая, то есть Async Postgres, там, да? Ну, я не знаю, как оно с Postgres будет работать, но я работал с MariaDB, и оно нормально работает. Ну, MariaDB и MySQL, они не сильно ушли друг от друга, но MariaDB 10, и, в принципе, особенности синтаксиса 10 я использовал и нормально работало. То есть суть такая, что я понял, как говорили, своя реализация вы делали, то есть, по сути, можно написать, например, свой пул, там, да? Если, например, там, да, MongoDB, там, есть свой... Там даже есть такая вещь, что можно замапить любое соединение, даже если это нативное, там, например, PDO, можно его замапить, чтобы оно работало синхронно. Вообще, на самом деле, очень-очень много вещей, которые в хаке есть, которые просто не вместились в презентацию. Их очень-очень много, которые, ну, например, то же самое Memcache роутер, который работает так же само асинхронно. То есть в Memcache можно писать, читать асинхронно. Ну, то есть огромнейшее количество фич есть, которые просто нужно как-нибудь открыть, почитать, и дока достаточно хорошая. Экстеншены, которые на PHP, сразу же они не работают. Но вообще, кстати, по расширяемости HHVM он очень-очень хороший. То есть можно часть кода написать, например, на C на том же самом, а часть кода написать на PHP. И оно поймет, оно это соединит, и сразу же можно будет с этим всем работать. То есть даже можно походить по исходникам HHVM, они достаточно читабельны. То есть, например, зайти в папку hack, зайти в папку runtime, и, например, зайти в ext async MySQL. И там есть PHP-файл, в которых промаплены полностью все методы. То есть можно почитать сразу же и доку над ними, и полностью все принимаемые значения. Ну, то есть как обычный PHP-код читаешь. И, в принципе, даже если залезешь в C-код, там, в принципе, тоже оно достаточно хорошо структурировано. То есть где начинается класс, оно указано в виде комментариев, что вот тут вот начинается класс, например, Async MySQL Connection Pool. Вот этот тут я добавляю такой-то метод, тут я добавляю такой метод. То есть код достаточно хорошо написан, и он читабелен. И такой финальный вопрос. Я так понимаю, по поводу синхронности, да, тут довольно все как интересно закручивается. Тут был некий join, да, там функция, которая вызывалась на вот этом пуле. То есть какие-то идеи вот управления потоком исполнения, а-ля промисы, что-то там зарождается? Ну, available — это, в принципе, ну, оно немного похоже на промис, но все-таки это async и await. То есть есть функция, которая работает асинхронно. В ней мы можем ожидать, когда что-то придет. Но мы не блочим, получается, от выполнения других операций. Я когда первый раз пытался протестировать вот эти вот 100 запросов, я в самом начале файла написал start равно microtime, в конце написал end равно microtime, вышел и получил 0. Я долгое время сидел вот так вот и не мог понять, что же произошло. Как оказалось, оно... Когда начал выполнять запросы, они выполняются, оно пошло дальше по файлу и выполнило ценные инструкции, закэшировало полностью все значения. Потом оно выполнило уже эти запросы, уже вывело айдишники и потом вывело эчо, и получил я 0. То есть асинхронность действительно есть, и она достаточно, ну, работает. И, кстати, из-за синхронности вот проблема с тестированием. То есть, вот, например, в PHP Unity его не протестируешь нормально, потому что нужно либо его вручную переводить в синхронный режим, ну, то есть джойном тем же самым. Но этим самым мы убираем, ну, часть багов, те, которые могут быть со синхронностью. А вообще, как бы, в мире хака фреймворки упоминались.
никто не пытается эту идею, вот вот React PHP, да, вот, перевести это все на рельсы полностью синхронного, типа, PHP самого в себе, который сам запускает свой loop, и Ruby что-то там делает, ну, Ruby, ну, Ruby, а-ля Ruby. Не, ну, на самом деле, я такого не видел. Не, ну вообще, кстати, если кто пишет на React, то в хаке том же самом есть альтернатива компонентов, это XHP так называемый. И, в принципе, можно писать так же само, используя компоненты. Ну, многие люди любят React. Есть еще? Вопрос, это всего два. Смотрите, вопрос номер один. По поводу, вы говорили, байткод компилируется при программе кэша, там высоконагруженные секции кода. А можно ли как-то принудительно там сообщить компилятору, что вот, вот эта часть будет высоконагружена и сразу ее компилируется? Да, там есть именно в виде конфигурации указание о том, как прогреть JIT, так называемый. То есть, например, выполни 10 инструкций по такой-то URL, которые именно во время старта приложения, ну то есть когда приложение стартуется, они выполнятся, и получается так, что высоконагруженная операция, то есть туда указывается самая высоконагруженная операция, и JIT он уже изначально поймет о том, что вот эти вот операции нужно оптимизировать как можно больше. То есть все равно будет куча из прогрева. Ну, то есть нужно прогревать JIT. Да, я понял. То есть только он примет решение уже после готового, или какая нагрузка пришла, да, на эту секцию. Это вопрос был первый. А вопрос второй по поводу синхронности. А можно ли повесить какой-то callback, то есть чтобы я знал, что вот уже все, закончился мой параллельный, вот тут URL exec был вариант. Как я узнаю, что он закончил работу? Я не видел этого. Ну, то есть если мы вызываем какую-то асинхронную функцию, она возвращает объект available. То есть, ну не джойном же ждать его, а он все. Ну, то есть, если нам нужно прямо сейчас получить результат, то мы делаем join. Если на данный момент это не является важным, мы пишем await, и это же самый available. Await, он не блокирует остальные операции. Join он блокирует. Как я узнаю, что он закончит работать? Ну, если у вас стоит await, то оно сразу же, как только оно выполнится, оно сразу же в переменную нужную засунется. Все. То есть оно дальше пойдет по этой функции. Я понимаю, выполнять, что по этой функции, но это может, моя функция может закончиться раньше и выйти. Она не выйдет. А у нас же джойна нет, почему не выйдет? Потому что если там стоит await, то оно будет ждать, пока он выполнится, и потом оно продолжит выполнять эту функцию. Но там событий никаких не происходит. Да, я имею в виду события. Я могу ли повесить свою функцию какой-то и передать ее. Ну, когда я первый раз писал connection pool, после того, как увидел ту ошибку, я тоже думал повеситься на обработчик событий о том, что вот у меня что-то выполнилось на нем. Но я обошелся без этого. То есть есть обертки, которые позволяют слушать сразу же несколько awaitable интерфейсов. Есть там не только awaitable, там есть withhandler и тому подобные вещи, которых там тоже достаточно много, у которых там есть свои еще дополнительные фишки, но именно чтобы повеситься на исполнение, нет, нельзя такого. Я недавно готовил статью для PHP Classes.org с описанием HHVM и PHP 7. Так вот, HHVM не быстрее. PHP 7 часто, зачастую быстрее. Я не говорил о разнице между HHVM, да, и PHP 7. Ну да, вы сказали о том, что HHVM быстрый. Это не так. Я сказал о разнице хака и PHP 7. Да, и это не так. PHP 7 более оптимален при работе большинства приложений. Вы берете сейчас исполнение самого PHP-кода на HHVM? Нет, я беру исполнение таких вещей, как большинство фреймворков, я не беру написанный конкретно на C++ код по сравнению с PHP. Конечно, он будет быстрее. Но если мы берем нашу работу, то большинство приложений, таких как
WordPress, там все эти Drupal, там фреймворки, они будут быстрее. Даже если вы перепишете их на хаке, они не будут быстрее. По одной простой причине. И эту причину рассказывал Дима Стогов, он ее описывал. Достаточно распространенная информация о PHP 7. Почему PHP медленный? Почему PHP был медленный? Потому что если мы берем конкретно работу PHP, так же, как и работу HHVM, так же, как и работу хака, основное, 90% времени, которую движок или виртуальная машина тратит, это работа с памятью. Выделение, аллокации, уничтожение, работа с массивами, с хэш-массивами, все вот эти вот работы с переменными, парсинг параметров функции занимает 90% исполнения любой функции, ну, маленькой функции. Поэтому дело в том, что на PHP JIT был написан года 3 назад для PHP. Но почему его не сделали? Потому что они потестировали, они запустили расчет чисел Fibonacci. Да, зашибись, классно, очень быстро. Запустили потом WordPress и сказали, 5% нам ускорение неинтересно. А дело в том, что те результаты, которые я показывал, эти были запущены на PHP 7. Безусловно. Вам бы стоило зайти на сайт Wiki PHP 7 и взять там файлик один, который публикуется командой php.net в сравнении PHP 7, HHVM, PHP 5.6. Ладно, давайте сейчас с этим заканчивать, потому что есть очень много вопросов, уточнений еще есть. Например, по поводу того, что PHP там не поддерживает, что не дает переопределить тип возврата. Простите, есть такое понятие, как принцип Барбары Лисков. Может быть, вы слышали, может быть, не слышали, но PHP просто соблюдает этот принцип. Ну, то есть, и это правильно. То есть получается, что другие языки не соблюдают, да? Да, другие языки, возможно, не соблюдают, но PHP соблюдает принцип правильного программирования. Он просто следует принципу правильного проектирования приложения. То есть вы должны в дочерних классах соблюдать сигнатуру родительского метода. И это правильно. А это идет именно про возврат. Это не про входящие параметры. Да, возврат тоже является частью интерфейса. Тип возврата является частью интерфейса. Частью API. Да, это тоже часть API. Вот так. А? Платим, ну, в общем, тут покажем. Например, по вашему асинхронности все это Curl точно так же делается на Curl Multi. Да, можно, можно. Да. Асинхронный MySQL. Вы забыли о MySQL Async. Давайте контакты с докладом ответим. Я серьезно. Сейчас я вас догоню, хорошо? Так, Миша Бондарчук, ты еще тут? Давай к нам. Сейчас. У нас тут, как вы знаете, всегда есть такая традиция. Вот. Вручать слонов нашим докладчикам. Вот. Миш, твой слон. Вот. Саш, тоже твой слон. Поздравляю вас с вашими первыми слонами. Ну и мой третий слон. Что ж, сегодня была прекрасная аудитория. Вот, спасибо, что вы все пришли к нам. Вот, спасибо за ваши вопросы. Все было супер. Особенно спасибо последнему человеку, Григорию, который, надеюсь, на следующем нашем SyncPHP расскажет много интересного и подготовит доклад. Вот. А мы, в свою очередь, будем готовить вопросы. Вот так-то как-то. Ну и приходите к нам почаще. Если вы хотите выступить с докладом, всегда просим, всегда рады. Пишите Антону или, допустим, мне. Всем спасибо.